Друзья, привет! Это продолжение видео с покатушек, где мы выезжали на песчаный карьер. Кому интересно, вот по ссылочке можете пройти посмотреть. Это видео будет состоять из двух частей. В первой части будем кататься по болоту, где все машины мы потопим, будем всех выдергивать самостоятельно, почти у нас никто не выехал. Во второй части будем сравнивать самоблоки Доктора Драйв и АВТ, где вы для себя решите, нужно устанавливать самоблоки или нет. Так что приятного просмотра. Друзья, новая локация, грязь, покажу так. Мы катались там, но она высохла. Здесь в камышах, я попробовал, вот мой след, в камыш заехал, и там машина тонет. Давайте посмотрим, как у нас едет Митсубиши. Поехали! Будем, если еще... О, он как разогнался! Вась, а куда он поехал? Ребята! Ты, мы думали, ты потихоньку поедешь, дружище! Нет, я сказал ходом! Ладно! Кем же ходом ты? Так. Если там яма, озеро какое-то. Я же спросил, ничего нет. Откуда мы знаем? А мы не знаем. Это никто не ездил. Я там УДК кинул, а дай меня лебедкой чуть подтянем, кивы. Давай, давай, сейчас. Там просто болото, и все. Да, тут, короче, болото. Ну что ж, смотрим. По камышам, ребят, там просто говни... Ну, короче, там грязь. Там просто грязь. Короче, на мосты, наверное, сейчас сядет. Все, короче, будет буксим лебедочкой. Не у нас, у него есть лебедка. Давно не пользовались. Давай, будем подсказывать, перемотай. И будем вытаскивать автомобиль. Как это все работает? Запах здесь, ребята, неописуемый запах, конечно. Пока что-то не едет у нас. Местные ребята приехали на лошадях. А, какие коняшки у нас. Смотри, долго. Смысл такой, что Нива легкая, и лебедкой он ее, нашу автомобиль, не тащит. Сейчас цепляем пыжика для противовесного. Тут не вас, у нас дедовским способом подложил палку, вон, смотрите, под колесо. И думает, что будет зацеп, но, к сожалению, нет. Ну, блин, ну все-таки лебедка сила. Ребята, сила лебедка. Колеса у нас крутятся, но грязь, знаете, она как, я не знаю, называется, очень склизкая, и машина просто вязнет. Садится на мосты, и на этом автомобиль, к сожалению, самостоятельно выбраться оттуда не сможет. Рыбаки пытаются спасти свой автомобиль. Напишите вот комментарий. Если человек находится здесь один, поехал через такое болото, и как ему вот оттуда выехать? Да, ребята, лебедочка, конечно, вообще супер. Супер, супер, супер.
Каратыш за каратыша. Нам просто хотелось покататься по грязи. Оренбургская область, у нас дождей нету, осень сухая, и куда-либо выехать, ребята, вообще возможности нету. Вот приехали в карьер, где можно как-то провести вечер. Вот. Ну и здесь вот такое болотице, где мы с вами скатнулись, посмотрели, как работает лебедка. Митсубиси вот захотел ходом пройти, поэтому мы вот так все и сделали. Все, ребята, ради вас. Смотрите, наслаждайтесь. Вот. Как мы тут катаемся, пачкаем машины. Полная машина песка. Вот. Так что, наверное, сейчас поедем на диагональный вывеш. Стравился. Смотрите, на травленной. Комары, блин, кусаются, зараза. Ага. Одного вытащили. Не буксуй, все уже. Не копай! Короче, чтобы на мосты не сел. Сзади блокировочка, но нет. Все, сейчас будем выдергивать. Жесткая грязь, очень жесткая грязь. Тут надо ли ходом прям долбить, чтобы проехать? Сейчас его попробовать ходом. Его прям чуть-чуть натяни, да он пойдет. Вытаскиваем. Динамочка, да, ребята? Путевая. Ну что, смертельный номер. Ходом. Короче, что Митсубиси ходом до туда доехал. Что не вас. Все. Короче говоря, теперь будем его вытаскивать. Но это уже снимать не буду. Вытащим, поедем на диагональное вывешивание. Для того, чтобы спасти человека и дойти до него с тросом, люди одевают УЗК. По-другому, ребята, пройти здесь невозможно. Итак, новую траекторию и прям вот так прям, погнали. Ага, давай. Прошел, молодец, давай следующего. Стандарт на него. Все, сел. А в чем разница, да? Не хватает оборотов. Просто засаживается. На красной Неве там пары другие. Ему хватает крутить. Ну и колеса у него пошире и зацеп побольше. Короче, вытаскиваем. Товарищи зрители, ну-ка давайте ручками помашем. Ура всем! Привет! Ну что, давай попыточка. Молодец, прошел. И так, и вдоль, и поперёк её. Давай, греби, все. Отлично. О-хо-хо-хо-хо, на Максисах как. О, красавчик. Да, и... Давай вперед. Нет, зажег лучше. Резина хорошая, но... По ходам, назад. Хотели сверху, но он говорит, надо попробовать сначала в ту сторону. Ты
еще бисер с сандалями. Все раз. Писать, в аптечку не выйдет. Ребята, вонище стоит. Жесть. Да, реально прилипли. Вот вам хороший протектор, тяжелый автомобиль. И не хватило, не хватило. Ну чё, Костя? Печалька, да? Оренбургские степи. Будем дергать динамкой. Отцепился. Ай, газуй, крути, крути ее. Все в грязи, ребята. Но после него вообще не поедет никто. Красавцы, красавцы. Все. Ну и посмотрите, кто там поедет. Все, только грузовики. Ну давай, расскажи, где была ошибка? А, Костян, где ошибка твоя была? Я пересел с дорожной машины, с обычной, на Да, ребята, жесть. Полный привод! Давай! 4 ВД, блин! Вот, смотрите, на лошадях. Смотри, трасса, динамика не вытянет потом тебя оттуда. Показывает, как надо. Хорош. Лебедки только тянуть. Вот, видите, лошадиная сила. Идет, работает. Полный привод проехал. Никаких блокировок, ничего не нужно. Вон еще черный, вон тоже полный привод. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, пойдем дальше спасать. О, разгон маленький. Не сам одевай. Отлично. Слабенький разгон. Не хватило, не хватило. Давай! Кошмар! Но я думаю, он проедет, наверное. Давай сюда, поехали! Давайте пробуем, смотрите. Давай, не вас, нет, нет. Нет, глубоко, ребята, глубоко, на мосты сел, и все, ребята, так что не получается у нас, фиаско, бро, фиаско, короче, вытаскиваем, на сегодня, наверное, будем заканчивать видосы, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому не понравилось, дизлайки, смотрите мои видосы в Яндекс.Эфире, также можете посмотреть, ссылочки все будут. Кто хочет поучаствовать на наших покатушках, пишите мне на электронный адрес, свой номер телефона, автомобиль. Я вас добавлю в группу свою, в Viber. Ну, это, ребята, касается всех, кто Оренбург, Оренбургская область. Вот, все, будьте здоровы, вам всем мира, ребята. Пока-пока. В таком болоте растут красивые цветочки. Стоп, 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 стоп. Смотрите. Стандартный автомобиль без блокировок. Назад туда как? Она и будет как-то вперед. То есть колеса крутятся те, которым легче. Это вот нету блокировок. Подожди, а теперь заблокируй. Она заблокирована. А, ты заблокирован? Конечно. Ну все, вот смотрите, видите? Заблокирован.
Блокируй. Сейчас заблокировал. Поехали. Не хватило. Сейчас надо заблокированным дифференциальным. Не помогает. Не помогает. Все ясно. Все понятно. Все, все, спасибо. Ну только ходом, когда сорвал. Так, доктор драйв. Два моста. Виталь! Виталь! Сильно не газуй! Это сблокированный, да, Виталий? Совсем по-другому. Так. Доктор драйв, смотрим. Потихонечку на первой пониженной. Нет, все. Скажи ему. Все, Виталь, теперь блокируй. Теперь блокируем. Смотрите, теперь дифференциал заблокировали. Смотрим, как поедет она сейчас. Одна блокировка. Вал Рейсинг. Межосевой разблокирован. У нас там грязи, ребята. Это вот грязь летит. Разблокированной. Давай, блокируй, блокируй. Блокировка только сзади стоит. О, зацепила, выехала. Одна блокировка в Вал Рейсинг. Ну, Дастер 1.6 ESP. Тут освобождаются по диагонали колеса. Как вывесился, отлично. Видите, он выезжает с ESP. Блокировка АВТ. Сейчас мы правильно ее поставим. Вот, пожалуйста. Дифференциал, если не блокируется, то на самоблок ты далеко не выйдешь. Еди нужные обороты. Все, блокируй! Сейчас блокируем. Смотрим. На заблокированном. Блокировка АВТ. Все, вот сработало и поехало. Слышно, что она... Да, и слышно, что она поехала. 200, смотрим. Диагональное повешение. Легко, легко, легко. Сравнили мы две блокировки, доктор драйв и АВТ. В принципе, вы сами видели, сами пишите в комментариях, как вы считаете, какая блокировка, по вашему мнению, она с выключенным межосевым автомобиль с самоблоками, к сожалению, не едет. Только когда блокируешь межосевой, тогда блокировки начинают срабатывать и автомобиль выезжает. Вот так вот.